Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, офигеть! Прошло 4 целых года с тех пор, как мы последний раз играли в Super Hot. Вышло дополнение, новая часть, не знаю, что это такое, но, в общем, это Super Hot Mind Control Delete. Как-то так оно называется. Это, в общем, игра, если кто-то не знает, где мы с вами будем в слоумо убивать красных человечков. О, блин. Итак, любую кнопку, чтобы начать. Я готов. Давай. Время движется только вместе с вами. Это мы помним. Стоп. А как, чем нам навалять ему? Не, ты что-то ломишь, нак, получил. Вот так, будешь знать, как задерживать отправление поезда. Вот, друзья, никогда не ломитесь в метро в вагон, потому что придет другой потом поезд. Не надо, видите, иначе, может быть, в вагоне будет тот, кто вам наваляет, а типа меня. Возьмите пушку. Игра называется Mind Control Delete. Мы удаляем мозгоконтроль чужой. В прошлой части был контроль, мы в итоге над нами взяли верх, над нашим мозгом. А теперь мы должны удалить. Но мы все равно, вот нам приказывают все равно, сдохни, не смей мне приказывать, понял? Да, вот так вот, хоп-хоп-хоп, побыстрее, чтобы смерть пришла. Зачем тянуть время, да? А, ты, ой, как, он разбил мне стеклянное мое личико. Так, сдохни. Вышел из угла, я знаю, что тут еще один чел, вот он. Значит, тебе и тебе. О! Тогда просто получи. Офигеть, я словно вернулся вот на 4 года. Time travel. Неужели они так долго делали эту игру? Что происходит? Игра зависла. Отвисла. А что не так? Бросьте пушку. Окей, я бросил. И как-то внезапно переместился. Коня, дай! Стоп! Пулька. Фух. Все. Стоп. В прошлый раз уровень заканчивался словами «Сейчас не будет?» В чем прикол вообще этой части? Зачем она существует? Нет патронов. Тогда умри. Смотрите, я кинул такой. Как так? Зачем ты это сделал? Я тебе еще могу вот что сделать. Ты не умираешь? От розочки? Хорошо, тогда получается мы должны просто ему вломить. Мы свернули его вот напополам. Как насчет бабушкиных закруток? О! Погоди. А еще хочешь? А еще? Он успевает! Помогите мне! Че он идет? Он не мог по мне попасть. Я понял, что надо сделать. Надо кинуть тебя этими солеными огурцами, а потом вломить. Скорей! О, еще один бежит с клюшкой. А, это труба. Ой, пестик! Она дал. Это не игрушка тебе. Клюшка вам не игрушка, и пестик тоже. Так, сколько здесь патрончиков? Я выиграл! Yeah! У меня летят некие пульки. Что мне делать с ними? Надо в сторону. Блин. И хорошо, я так понимаю, нам надо... Оп! 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 Откуда? Мое сердце стеклянное, разбито! Откуда у него это? Столько патронов. Что это там лежит? Там что-то лежит, какая-то пластина. Какие-то пластины. Хорошо, давайте вот так. Стоп, стоп, стоп. Блин, он круто стреляет. Или я круто лажаю. Что-то одно из двух, в общем. Стоп. Оп, оп. Оп. Ха-ха. Это рыба. Рыбу не желаешь? Это как, знаете, как говорят... как говорится в домино, рыба. Вот, я мастер коронных фраз. Они вообще не стали заморачиваться, да? Просто такие вот переходы сделали. 4 года работали над этим переходом между уровнями. Либо это просто туториал, или предыстория. Чувак, не мешай, я тут думаю суть сюжета. Понимаешь? Обдумываю его, а ты мешаешь. Только что где-то нож был, он выронил нож. Стоп! Где-то был здесь? Где-то был нож? Я его видел? Вы нож тут не видели? Где-то упал. Стоит, стоит, смотрит на меня. Че смотришь, блин? Я нож просрал. А! Там же очевидно было, что можно было встать. Так, не смей. Нож — это холодное оружие. Тебе холодно? Да, становится холодно, потому что ты умираешь. Ой! Возьми. Возьми свой ножик. Дротики! О, люблю дартс. А ты любишь дартс? Нати! Он уворачивается! Он взял мой нож! Он взял мой нож! Бита! Так, они не могут по мне попасть. Как так? Почему я не смог? Почему не смог в два раза ударить? Странно.
Я не смог два раза ударить, ты представляешь? Хорошо, значит, надо разбить. Ой, плохо кинул. Да я, мне кажется, могу просто избить тебя. Зачем париться? Так, хорошо, дротик. Куда взял нож? Вот тебе плечо. Я не знал. Я не видел, что он там с пистолетом. Кстати говоря, я тоже красный. Я свой в доску. Зачем вообще драться нам? Ну ладно, как скажешь. Хорошо, нож насквозь прилетает в стекло и попадает прямо в лицо. Это стандартная физика любого ножа. Поэтому аккуратнее, детишки, с ножом. Значит, всадил. Яблочко попал. Знаешь ли. Так, вот там чел опасней. Получай. Ты чё, выглядываешь что-то, а? Схватил. Так, ему надо в лицо прям кинуть. А ты... Ой. Ой. Что же делать с тобой? Подскажи. Подсказочка. У него шотган. Хорошо. Хорошо, надо швырнуть. Вот. Есть. Откуда он взялся? Тебя здесь не было. Он что, собрался, как жидкий терминатор? Кстати, не было еще стеклянных терминаторов. Вот это было бы хорошо. Хорошее, достойное продолжение франшизы. Стеклянный терминатор. Че думаешь насчет стеклянного терминатора? Он падает просто от восторга. Так, тебе в голову. Что еще? Что еще можно замутить? Не подходи, потому что я это обиделся на тебя. Дротик тебе в ротик. О, какой, как ты смеешь? На тебе. Быстрей, убежать. Дротик. Папкой по лицу. Есть, видимо, тогда я его не убил, хотя я ножом ему кинул, помнится мне. Следующая стадия. Ой, думал, ты сюжетка началась, но кажется, нет. Хорошо, давайте. Оп, тихо. Аккуратней. Сосредоточились. Ох, он на опережение стреляет. Но у нас почти получилось. Релоуд. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Столько стараний вообще впустую. Давайте просто бежим по прямой. Потом сюда. Он предугадывает мои движения. Он как шансунг. Посмотрите. Чисто шансунгает меня. Ты пытаешься меня шансунгнуть? Не смей. Рыбы тебе. Ой. Уронил. Хорошо. Туториал все еще продолжается. Чувак с ножом бежит на вас в подъезде. Что вы будете делать? Ваши действия. Мои действия. Помогите. Нет, сразу идти на свет. Потому что это просто жизнь перед глазами проносится. Все, что мы знаем о нашей жизни, это то, что выбежал чувак красным с ножом и пырнул нас. И мы шли на свет. Но я ему дал по лицу и изменил ход истории. Эй, чувак, вот, бери нож. Что он хочет взять? Он хочет взять... Он пиццу взять хочет! Я сказал, нож бери. Ой, блин. Ну я тебя просто напну. Все, я сломал твою жизнь. Ты доволен? Ой, вышел, не внезапно, блин. Сюрпризики тут ваши. Опять? То же самое. Я это все уже видел. Дай-ка зашвырнем тебя. Возьмем дротик. И тебя тоже убьем. Блин, это тот же самый левел. Он повторяется. Нам мозги парят здесь, я чувствую. Все было уже. Эй! Мое! О, нет! Нет! А, черт! Шотганчик просрали! Надеть по роже. Он не умер? Я ударил тебя по лицу, а ты хватаешь так, как будто бы у тебя диарея. Ну, возможно. Есть! Ну, скажите супер хот! Фирменную фразу. Ну, что такое? Плохое предложение. Сиквел не удался. Стоп, опять! Опять этот левел. Коридор. Сейчас выйдет чувак. Я... Нет, чувак не вышел. Вышел, но с ножом. Как в предыдущем левеле. Что-то, ребят... Кажется, все повторяется, но немножко по-другому. Давай я вас двоих сразу смогу? Не смог. Ой-ой-ой. Я попал по нему, я что-то швырнул там. Я промахнулся. Как нам присесть? О, никак. Ладно. Нам придется только выбегать. А сможет он по-своему упасть? Иди в жопу. Оп, оп. Тихо! Тихо! О! Пнуть! А! Нет, не успел отойти. О, напряжено. Напряжено было все во мне. Я просто хотел ножом кинуть насквозь, чтобы чувака прошибло. Но так не работает в этой игре. Оно просто отдай, окей? Просто отдай. Просто отдай. Все, хорошо. Пульки здесь есть? Кажется, есть. Опа, я промахнулся.
Куда? Куда берет? А ты куда пошел? Все. Есть? Есть или нет? Погодите. Это что такое? Что за экран? Кстати, мы можем куда-то вот... Все, трюки начинаются. Трюки начинаются. Закончились трюки. Кажется, у меня еще есть патрончик. Слева, да, будет? И еще один. Оп. Тихо. Есть. Смерть. Кончились патроны. Получи. Побил. Отбил. Соп. Не подобрал. Давай. Есть. Ха-ха. Ты присел, приуныл на ступеньках. Не сиди так, у тебя же яички будут... Короче, нам в школе говорили, нельзя сидеть на ступеньках, потому что будут проблемы с вашими яичками. Если у вас есть яички, то знаете, будет проблема, если вы сядете... О, блин. Получай. Он отдай. Отдал, блин, пушку. Я что только что рассказал вам о том, как надо с яичками обращаться. О, мой канал становится все лучше и лучше с каждым днем. Подписывайтесь, друзья. Где все? Где все? Сзади? Уровень выстраивается все больше, мы его по кусочкам собираем. А, это снова я. Хорошая задница, классно. Куда смотри, тут даже нету ничего, умри. Все, мы закончили пролог. Супер. Да. Супер. Хот. Супер. Суп горячий, говорит. Суп хот. Конец. Они угорают, да? Это шутка, это шутка, это шутка, конечно же. Музыки той нету, как в тот раз. Я даже, кстати, помню до сих пор эту песню дебильную, которая мне не понравилась. В конце той игры, первой части. Они троллят, я уже понял все. Да это все понятно. Не верю вам. Я не верю. Вы верите? И я не верю. Возможно, здесь написано на каком-то языке, я не знаю, что это за язык, там написано: «А, мы троллим вас, это не конец». Вот такое предложение, это титры все означают. Это, скорее всего... Стоп, я должен отойти, может быть? Я должен вмешаться? Смотрите, когда я жму, он начинает... Видите? Строчки идут быстрее. Ага. Вот. Я должен вырваться из этого. Блин! Все кнопки, все клавиши, все... Еще, а еще мышкой. Стоп. Эскейп. А-ха-ха! Эскейпнул тебя. Нажмите, чтобы начать. Развязки не будет. Больше бессмысленной бойни. Что, хотите еще? Тогда вот. Оу. 3 жизни? Развлекайтесь. То есть тут не будет какой-то истории, только... бойня? Не знаю. Ой, блин. Отдай. Вот так, да, я просто... Сломалось. Нельзя кидать пестиком. Блин, уйди. Отдал, погиб. Стоп. Заходите. Свободная касса, давай, проходи. За пенсию пришел, старик. Вот тебе пенсия. Получай. Проиндексировал тебя, бич. Тебе пистолет. На тебе. Для продолжения нажмите любую кнопку. Нажал. Там еще один был чел, я его не убил. Для продолжения нажмите любую кнопку. Нажмите R, чтобы посмотреть видео. Не хочу. Супер. Хот. Что происходит? Все лагает, игра глючит. Сразу на меня идет чувак, он даже не поговорил со мной. Может быть, мы бы с ним подружились. Вот захотел бы он просто поговорить. Вот что ты не хочешь со мной разговаривать никак. Гордон Фриман привет передает тебе. Кто там бежит на меня? С голыми руками?
Тебе следовало научиться. На примере, будь осторожны, на примере предыдущей части. Чего? Фух. Страшно. Страшно. Подкрадывается. Оу! Пол! Пол! Тут пол! Провалился в полу. Вот. Все. Ой! Блин! Я что-то прыгнул. Я не успел, не успел. Так, ты жив еще? Он жив. Что мы можем взять? Это пистолет. Хорошо. Смотри, труба уже погнулась. А ваши тупые головы... Было очень близко. Так, один готов. Второй готов. Есть. Там еще один пришел. В чем прикол? Со мной играют. Я чувствую, с моим разумом играют. С моим разумом играть нельзя. Мой разум не игрушка вам. Опа, иероглифы. Это я сижу. Что это? Египетский виртуальный клуб? Катана. О, да. Ну что, бонзай, бич! Рассекаю. Я рассекаю вас. Все? Это все? Воу! Воу-воу-воу-воу! Чтобы посмотреть видео. Не хочу жать, чтобы посмотреть видео. Зачем? Ведь чувак на меня бежит. Швырнуть его катану. О, блин. Вот это было опасно. Опять. Опять меня остановили. Что они пытаются со мной сделать? Я потерял одну жизнь, кстати говоря. Нам нужно, короче, чтобы все эти закончились. Все эти символы. Хорошо, отпинали. На тебе рыбу по щекам. О, блин! Почем рыба? Одна рыба за одну жизнь. Вот какая цена у рыбы. Ага, вижу тебя. Говно такое подходит ко мне сзади. Получил. Так, хорошо, релоуднулось. Я вижу там еще дротики. Мы должны типа разнообразно пытаться, да, пройти. Он не умер. Смотри, что происходит? Я не понимаю, почему нам не дают добить всех. Мы на полпути, на полпути. А ну отдал пистолет. Он что, в туалете был? Это Майкл Корлеоне. Я понял, все. Из туалета этот пушку взял. Мы в фильм вмешались, понимаете? Давайте еще одну пушку возьмем. Где там чувак бежит? Хоп-хоп. На тебе! Спидом в тебя, понял? Жесть. Ой, да, у этого чувака будет самая медленная смерть. Видите, я его даже не убил, и игра такая, но он все равно покойник. Какая самая жестокая смерть была за все время, что мы играем. О! Осталось последнее. Вот. Нет, осталось... Это все, мы закончили. Теперь опять сюжет пошел, сюжет. Вникаем. Сейчас выбежит чувак. А мы первый выбежим! Никого нет. Ищем секреты. Нет секретов. О, здесь никого нет. Они знали, что я буду смотреть. Вдруг кто-нибудь есть? Вы уже победили. Врешь. Врешь! Кстати, смотрите, когда я прыгаю, видите? Если я зажимаю пробел, то время замедляется. Помни. Камера наблюдает за... А, нет, не смотрит со мной. Что помнить? Больше ничего не случится. Ты врешь. Ты врешь мне. Я постараюсь действовать максимально нестандартно. Хоп. И на урну. Вон он сидит. Хоп. И я не смог. Не получилось. Но это была часть моей непредсказуемости. Смотрите, кто это? Это я убил его. Мне не дали его убить. Мне не дали... По щам получил. Вот теперь ты смог его убить? Супер хот. Супер. Отлично. Что это значит? Конец. Вам присудили 1 000 000 000 очков. Вы победили систему. Вы спасли мир. Вы выстроили систему. Ваши родители могут гордиться. Мои родители отвернулись от меня.
Так, я понимаю, что игра врет. Мои родители не гордятся мной совсем. Снова титры. Но мы это уже проходили. Скейп. Больше. Каждый раз мы сами требуем больше. Никакого смысла нет. Видите? Мы сами требуем больше. Лишь внутренняя пустота и сознание своей силы. Что хотите больше? Я типа One Punch Man сейчас себя начинаю ощущать. Получайте. Набор хаков. Пушка сразу, хэк. Скорость хэк. 5 хп хэк, боеприпас. А, я не успел дочитать. Вау, что это? Мы здесь это закончили уже, получается, уровень первый. А представьте, если бы кто-то взял бы, такой доверчивый игрок, просто бы вышел из игры и такой, ну, чё, я зря я купил это. Нафиг я это купил. Игра такая, блин. Особняк. Там, написано название уровня. Хорошо, давайте пройдем. Особняк. Я думаю, на этом все. Блин, ну чем мне вас? Воу. Черт. Отдай. Где? Блин, надо было сразу троих взять. Троих. Что-нибудь еще здесь есть? А что это такое? О! Нет патронов. Швыряй. Ему пофигу, что я швырнул. Он меня убил. Смотрите, там канализация, еще что-то будет. Значит, хорошо, нож. Швыряем. О май гад. В сторону. В сторону. Оп. Он очень умен. У него интеллект такой искусственный. О, черт. Черт. С этой стороны. Вот с этой стороны. Выходи и скажи привет. А там кто-нибудь есть? Опа. А сзади. Тихо, смотрим по сторонам. По сторонам. Это еще кто-то есть. Вон он. Не трогай ничего здесь. Бутылкой тебе разбить. Хлебало. Есть. Максимальное количество сердец увеличится до 4. Окей, хорошо, спасибо. Итак, что теперь? Что за уровень? Непонятно. Просто сразу бьем. Куда побежал он? Сыт меня. Он побежал спасать свою жалкую жизнь. Диском! Диском прикольно будет! Ой, я сломал. Я сломал пушку, к сожалению. А ну, умри, блин. Так, есть, хорошо. Опять особняк. Чего они так ко мне близко подбегают? Зачем? О, мы можем башмаком кинуть, прикольно. Просто повторяющийся уровень. Смотрите, почему он не сдох? Я же в него выстрелил. Остаемся здесь, но отсюда может чувак выйти. О нет. Так, он с пушкой. Значит, опасен. Она отдал. Скотина бежит. Получил. Швырнуть. О-хо. Сейчас было красиво. Ведь настолько всего, чем можно пользоваться. Мне не хватает воображения, чтобы все придумывать. Я слишком топорно действую. Супер. 5 жизней. Окей. Но одно всегда остается, видите, израсходованным. В чем прикол? Опа, стоп, в сторону. Потуши свой огонь, детка. Эта игра хороша для практики всяких коронных фраз. Пусто, блин. Какая бы еще коронная фраза? Пусто! А! Выросла капуста! Понял? Он убил! Он разрезал пулю пополам. Катаной? Так можно? Это надо будет попробовать. Итак, мы здесь. Диджей in the house. Ей! Да, я диджей. Стоп. Мне нечем разрезать пулю пополам. Опа, в сторону. Это я тебя просто наваляю. Музыка, кстати, прикольная. Вот подходит к моменту. Только я не слышу всяких выстрелов и так далее. Это плохо. Какого фига? Оп.
такой, докинут до него, интересно. Музыка хорошо дополняет момент. Все-таки не хватает именно громкости самих звуков, чтобы было прям... Надо было сделать вторую часть Super Cold. И мы бы стали хладнокровным убийцей, который так, знаете, вообще безэмоционально достает вот в звездочку, оглядывается так по сторонам, такой, да, умри, короче, не знаю. Чего я буду сегодня кушать? Куда сходить? Суши или пицца? Не знаю. Не знаю. Как же сиделись? Эй, ребята, ау. Он бежит. Ну, я просто в нему чайником заеду. А, черт. Будьте осторожны, да. Я промахнулся. Есть, я выжил. Я немного сосредоточился, и все хорошо получилось, все сработало. Итак, лечение восстанавливает все жизни. Есть! Чему я радуюсь? Это все запрограммировано, так должно было произойти. Кстати, у него такой пулеметик. Отдай, пожалуйста, спасибо. И ты отдал. Смотрите, это йога. Смотрите, мастер йоги у нас здесь. Красота. Какая поза. Кто там еще разлетается? И это тоже, видите, у всех хорошая растяжка, в отличие от меня. Почему сразу три делать выстрелы, когда я только один раз нажал? А ну, пошел отсюда. Он еще. Надеюсь, получится. Патроны закончились. Подохните, мистеры. Все. Я победил. Молодец. Ну что, какие у нас тут денежки? Давай я тебе вот так сделаю. Так прикольно, мне кажется, будет. Поймал. Хопа, в горб тебе прям выстрелил. Можно не экономить, на самом деле. Ничего, просто взять и дубасить. Чем? Вообще, все, что под руку попадет, отверткой. Без проблем, воткнули. Все, она ему не подошла, потому что это крестовая. Эти коронные фразы. Ты куда ты подходишь ко мне? О, блин. Так, хорошо. Попал? Где там чё? Ой. Сейчас, погоди, я аккуратненько так подойду. Не против? Стоп. Пуля о пулю. Есть. Победил. Лечение. Опять. Меня опять вылечили. Восстановился жизнью. Это потому, что я добился. Казино. Мы в казино. Сразу что-то взял. Это что мне? Моя визитка, видимо. Джекпот! Все? Нет, не все. Вон там, чел. Появился в этот мир. Кто тебя просил? Воу. Все, патроны кончились. Что, попал в просак? По горбу получил. Есть, но это уже легко. Игра очень легкая. Не знаю. Супер легкая. Супер. Все, мы прошли первый хаб, осталось еще два, там дальше потом целая куча. Мы словно по карте какую-то путешествуем. Я думаю, на этом с вами закончим. Если вам понравилась эта игра, ностальгия, да, настоящая ностальгия. Ностальгия из 2016-го. Вот в этом году мы проходили с вами Super Hot. Даже не верится, что столько времени уже прошло. Мир меняется, мы все с вами меняемся. Но какие бы перемены с нами ни случались, что-то остается неизменным. Это... наша с вами уютная атмосфера. Я надеюсь, что вам до сих пор так же комфортно здесь, на этом канале. И если вы здесь впервые, надеюсь, что вы также найдете для него местечко в вашем сердечке. Огромное всем спасибо, друзья, что вы здесь со мной. Муа-муа! С вами был Юджин. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, вступайте во все мои соцсети. Ну, а мы с вами прощаемся на сегодня. И всем пять!